Всем кукушки, кукушки, привет, и всем губкам. С вами я, Губка Боб, и вы на моем канале Губка Боб, который Тумстон Геймс. И в прошлой серии мы побили рыцаря короля, а сейчас мы у мертвого сада призрачного рыцаря. Ну, ребят, соглашусь, этот сад слишком сложен. Опа, ромасток. А скелеты нам ни уя не помогают. Вот эти, которые опускают эту платформу, совершенно нифига. Нет, ну снова темнота. Вот из-за нее я просрал в предыдущей серии, потому что это уж слишком непросто. Реально, ребята, это слишком непросто. Вот, например, соблюдать то, чтобы тебя лягушка не убила. А это сложно соблюдать. Или соблюдать то, что тебя убивает скелет, и тебе просто насрать. Просто реально насрать. Ну давай, Кала, помоги нам. Сегодня я хочу допройти этот уровень. Да-да-да-да-да, при голове отпускается и сама платформа. Да, ребята. Бан. Куда мы падаем? Господи, чёрт за дичь такая. Не дайте мне едычку. Срочно! Срочно дайте мне еды. Да. То есть в одном из них сладость, а в другом гадость. Всё. Угу. Вот шиш. Ну хотя ладно, убьем зато призрака. Так, порыщем. О, мы нашли ноту! Отлично! Да, ребят, призрак реально ненадолго неуязвим. А его неуязвимость может нам помочь в преодолении сложных препятствий. Да, при определении не того или иного врага может нам помочь. Правда, что-то забагалось, и голова не хочет вытаскиваться. Вытаскивай. Вытаскиваем голову. И вытаскиваем ее туда. Не надо, призрак. Так, ребят. О, чекпоинт, да. А, нет уж. А, как нам его запереть-то? Я просто не понимаю. Ой, ну это что за жопа такая? Надо его куда-то загнать, ребят. Надо его реально, ребята, куда-то загнать. Во, согнал его в ловушку, называется. Да что, блин? Не надо, не надо, призрак. Вот как мне его победить, ребят? Я вообще не понимаю. Так, мне его надо опять заманить.
Отлично, заманил. Че? Да блин. Прочь. Прочь же. Прочь, кому сказали. Прочь, призрак. Вот это, блин. Это просто проблема какая-то. А! Чё это я нашел только что, ребят? Я нашел тайное место, алё! Ха, лузеры! Даже подниматься не надо было. Ого, блин, ребят! Это что за дичь была? Хотя... Последний чекпоинт остался и пусть. Ха, призрак получил. Этот призрак получил свое. А, вот как-то. Как-то пройти. На. Мне просто насрать. Что это за фигня? Я даже в темноте не могу определиться. Ну реально. В темноте вообще не могу определиться, куда я иду. Какой-то крест непонятный. Отличненько. Отлично. А, это что такое? Что это за... Скелеты какие-то вымершие. Алло, это что было? Какие-то скелеты вымершие. Ну точно, какие-то вымершие скелеты попались. Отличненько. Так, ребят. No, матруба. Отлично. Чё? Он единственный видимый, алло. Эти призраки шульничают, так нечестно. Все, ребята, мы дошли до призрачного рыцаря. Ну, привет. Ага, рыцарь-призрак? Живым здесь не место смертным. Тебя призовут, когда пробьет твой час. А час пробивает для всех, как было. И с твоей любимой рыцарем щита. Так это он ее похитил, офигеть просто. Ну это он ее похитил. Реально, это он ее похитил. Ложь. Я не приму таких слов из уст призрака. Само твое существование полный обман. Чародейка просто полна сюрпризов. Она даровала мне новую жизнь. Чтобы я мог забрать твое! Ну, блин, теперь опять придется сражаться с боссом. Ну, не с простым, а с призраком. Ребят, призрачный босс, это что за жопа? Это реально жопа какая-то. Это жопа Новый год. Жопа Новый год с воздушным шариком. А! Ой-ай-ай-а-ай-ай-а-а. Ага, его надо так побеждать. Лови. Ага, он призывает их. Не тебе. Он реально их призывает. Хотя бы мне бы едычку бы оставил или что там у него есть. Ай, победил. Реально он слишком, ребят, сложный.
Ребят, он слишком сложный. Теперь понятно, почему он такой. Хорошо, мы... Так это он все это время темноту вызвал. Это просто какая-то... Это просто море загадок. Это просто что-то с чем-то. Море загадок. Это море полнейших загадок. Ага, когда у него нету косы, можно его нормально ударить. Скелеты уже появляются. Офигенно просто. Это что за шопа такая? Реально, пока он без своего нормальненького оружия, он ничего не может мне сделать. Правда, надо запоминать последовательность, когда он без этого оружия. Да, блин, опять проиграл. Что такое, блин? Фриск. Это просто жопа. Я не пойму, как это вообще появилось. Фриск. Все-таки еще бы чуть-чуть ударил бы. На. Вот это ударили мы его, конечно, ребят. Мы вместе с вами почти что его победили. Уничтожаем всех скелетов для начала. На тебе. Опять ударил. Какого фига? Какого фига он вообще это делает? Ох, он вообще достает. Достает пожизненно. Слишком сложный босс. Ребят, ну это уже слишком. Он реально сложный босс из всех, что я когда-либо видел. На. Это просто крякнуться можно, алло. Можно просто сумасшедшим быть на ранние лет. Это просто а-ля что-то с чем-то. Ай, призвал трупов. Эти трупы совершенно не кстати, ребят. Реально, эти трупы не кстати. На. Да и он кто... Туда же. Он вообще чистый труп. Он реальный труп, ребята. Чё за дичь? Он удалил всех трупов. Но он вообще, ребят, живой труп. Я чё зачувствую. Сочувствую ему. У него реально была прошлая жизнь. Если бы он был бы нормальным, у него бы жизнь была бы не такой. Теперь я с ним в темноте сражаюсь. А нет, это единственное недостающее, чтобы сражаться с ним в темноте. На тебе. Это вообще что? Что за дичь? Достал он меня уже, ребята. На. Так, Аликап. На! У него последняя жизнь, ребята! Отлично, мы его пройдем и все. Нет! У него была половина! Ну!
уже и так не успокоился, а тут он мне решил поддобавить жарку. Ну, когда-нибудь я уже его выиграю, я не понимаю просто. Когда-нибудь я уже его выиграю. У меня есть, ребят, план. Когда он начнет кидаться своей косой, я его начну атаковать с помощью моей лопаты, потому что она очень сильная. Да и он сильный, как и моя лопата. Это просто жопа. Мне надо просто ждать момента, пока он подойдет сюда. Тогда мы сможем его одолеть. Ну, блин, единственный план, который меня бесит, это бороться в темноте. Я очень ненавижу это делать. Особенно, когда этот чудак прямо передо мной, и он хочет меня убить. Реально, он реально хочет меня убить, без какого-либо желания. Все, теперь во тьме это все происходит. Да, ребят, это второй план. Второй план, который я не хочу вспоминать. Все, ребят, он удалил их. Он их удалил. Теперь мы сможем его победить. Блин, ничего не видно вообще. Вообще реально ничего. Вообще ничего четкого не видно. Нет! На! Все, у него половина, ребят, осталось. Да! Победа! Это всего лишь скелет? Ну, хотя, ладно. Мы его победили! Это было муторно. На одну серию хватило, блин. Это реально муторно. Откуда у меня сундук, ребят? Ёж ранее здесь не было. На небо показывают. Это значит... Всё, мини-игра появилась. Теперь попробуем её, ребят, поймать. Поймай её. Теперь нам, ребят, мешают. Ребята, теперь нам мешают какие-то придиры. Они не хотят наших отношений. Офигенно просто. Ну, просто офигеть. Ай, быстрее. Нет, ну снова! Снова мы ее не поймали. Но что в этом сундуке? Мы нашли купон на обед. Посетите гастронома для улучшения здоровья. Да. А где тут гастроном? Я вообще не понимаю. Это новые карты. Чумной рыцарь. Ну, офигенно просто. Мы попали к чумному рыцарю. Взрываем. Логово чумного рыцаря. Ну, ладно, ребят, на этом мы и закончим. Если вам понравилась игра, ставьте лайки и подписывайтесь. Всем пока!